Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем проходить игру под названием Until Dawn, иначе говоря, дожить до рассвета. Вот ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я. Ну... Сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Тебе придется долго стрелять. То есть так их вообще не убьешь? Нет, но это их задержит. Тогда как их убить? Они боятся огня. Я тоже боюсь огня. Если надо, их можно убить огнем. Их кожа прочная, как броня, пока ты ее не поджаришь. Как ведут себя эти монстры? Они непредсказуемы или можно как-то понять, что у них на уме? Есть у них свои повадки, как у животных или у людей. Как какие? У них типа распорядок? Они охотятся ночью. А? Почему? Я не спрашиваю. Знакомая хижина. Какие-то средства от Вендиго. Например, намазаться чесноком, чтобы тебя не почуяли. Так точно почуют. Ну, хоть что-нибудь есть? Они не видят тебя, пока стоишь на месте. Но они как жабы. Могут различить только движущиеся предметы. Значит, пока... Ну, нет. Что с ним случилось? Его нет. Мы опоздали. Тихо. Надо уходить. Сейчас. Надо найти Джоша, может он здесь. Сначала Вендиго тебя обездвижит. Потом сдерет живьем кожу с твоего тела по кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы один за другим. Тогда пошли в дом. Идем. Он может быть близко. Мужик-то, блин. Напугал-то. Стой. Не двигайся. Очень тихо. Беги! Давай, живо, живо! Твою мать! Назад! Охренеть! Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда! О, господи, господи, господи! О, черт! Да ладно, поднимайся. Да, получи, тварь. Черт. Oh!